Семен Стругачев – коренной дальневосточник. Родился в небольшом селе под Биробиджаном. После школы отправился учиться во Владивосток в Институт искусств. Затем 5 лет работал в театре имени Горького. А дальше свою историю жизни рассказывает в свойственной ему манере комедийного актера. Некоторые ситуации, говорит он, включит в будущую автобиографию, если соберется ее писать. Особая глава будет посвящена фильму «Особенности национальной охоты». Он 90-й актер, и он спросил Селянова, что есть какой-нибудь 90-й актер на примете. О, говорит, только что у меня снялся там Сенька Стругачев, посмотри его. Вот так посмотрел Илья Рогожкин, сказал, будет сниматься он, и мы начали снимать. Поведал актер о некоторых особенностях съемки этого фильма. Например, в сцене, где его уносят воздушные шары, стул был привязан к березе. И только будучи уже на высоте, все поняли, что не продумали страховку. После выхода фильма на экран к Семену Стругачеву пришла всероссийская слава. Он даже стал откликаться на имя Левы Соловейчика. Но продолжил и дальше работать в театре. Уже 25 лет трудится в Ленкоме и как режиссер, и как актер. Также Семен Михайлович пишет музыку и хорошо поет. Музыкальную школу Семен пошел, будучи пятиклассником. Очень хотел научиться играть на фортепиано. Но у мамы не хватало денег на покупку этого инструмента. Поэтому начал осваивать аккордеон. А вечерами самостоятельно пробовал играть на пианино. В 9 классе уже учась. Я играл на свадьбах. Мама сидела рядом. Мне платили червонец. Она забирала, не уходили. На творческих встречах Семен Стругачев обязательно исполняет несколько песен. С этой стороны уссурийские поклонники актера еще не знали. Честно говоря, не ожидала, что Семен Стругачев еще и певец, помимо того, что он актер. Очень приятный голос, было здорово послушать его. И песни, и рассказы. Довольно смешно, обаятельный очень человек. Прекрасный актер, харизматичный мужчина с сильным красивым голосом. Очень приятно было, вот, ну, с одной стороны, к стыду своему я не знала, что он еще и поет, а с другой стороны, всегда приятно открывать что-то новое, вот, прекрасное в человеке, который, кажется, уже, вот, ну, известен всей стране. В уссурийске Семен Стругачев уже был со своими спектаклями, а эта встреча прошла в рамках фестиваля «Меридианы Тихого». С актером также смогут пообщаться жители и других городов Приморья. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.